Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Stalkers of Pripyat. В прошлой серии мы, собственно, достали все необходимые нам документы. И теперь нам нужно раздобыть немножко деньжат. Самый простой способ — это все-таки пойти за... удачи тебе! Зачем? За Азисом. Азис у нас находится недалеко от вентиляционного комплекса, то есть где-то здесь вход, плюс на мосту можно будет раздобыть инструменты, но это денег нам не принесет. Ладно, погнали. Патрончики у меня есть. Вечная грызня собак на этой локации, но ничего. Там у нас, по-моему, инструменты для калибровки в вагоне. Не знаю, нужны они мне, не нужны они мне. Вряд ли у меня останутся просто деньги после того, как я куплю костюм. После того, как я куплю Севу. Севу, насколько я знаю, раздобыть можно только в Припяти, в тайнике. Ну да, Припяти еще надо добраться. Там у нас наемнички тусуют. Ну что, давайте заберем инструменты, тогда уже двинемся дальше. Там у нас зомбированные. Сталкеры. Херась, нормально так вшкварило. Что там за инструменты-то? А, для грубой работы. Ошибся я. Давно я уже сюда не заглядывал. Это мне стоило одной аптечки. Ладно, уж. Не такая уж и большая потеря, это одна аптечка. Ну, я слышу зомбей. Тут у нас тоже тайничок. Жаль, конечно, что вы, пацаны, не носите с собой аптечки. Очень жаль. Ладно, давайте сохранимся. А нет, вот смотри, есть аптечка, колбаска. Давай же, забирай их. Чё там я забыл-то еще? Вот.
Хорошо. Я не очень хорошо помню все эти пути, но прекрасно помню секрет оазиса. Поэтому не думаю, что будет с ним какая-то проблема. Да плюс денежек я подниму немало. Тушканы, а я без дробовика. Там в окошке кто-то тусовался. Зомбированный вроде. Сука, не видно ни хера. Ладно, сейф, фонарь. Всегда проблема с дорогой. Так, тут можно спокойно врубать автомат. Откуда ты, блядь? Я просто знаю, эти мрази довольно-таки быстро меня могут сожрать, поэтому я их опасаюсь. Сразу кровь пустили. Ну что за мрази? Так, тут вроде уже никого. Да, вот она, аномалия. Самый простой способ открыть, собственно, оазис. Проходить все подряд. Ни одной.
Опять ни одной. Чё за бред? Так, ну теперь надо походу по последней идти просто. Да и все. Вот и оазис. Спокойное место, тихо тут. Как в раю. Ну, один псевдопес в качестве хранителя оазиса. Мы получаем сердце. Продать его можно только ученым. Ну, вернее, только для ученых этот квест и делается. Продать его больше никому нельзя. Так, где бы еще можно раздобыть деньжат? Можно кинуть пацанов там на этот самый, но я это сделаю только когда буду уходить. На золотую рыбку. В копачах там есть еще один. Еще один тайник хороший. Но я не думаю, вряд ли я полезу в аномалию. В этом-то костюме. Как только я уже раздобуду, то это свобода. Ну, свобода, это ладно. Прикол в том, что я зомби слышал где-то тут сбоку. Ну ладно, это не мое дело. Можно еще свободу, конечно, перестрелять. Но я не настолько кровожаден. А вот с наемниками я бы устроил вечеринку, но боюсь, они мне пока не по силам. Мне всегда было интересно, что там за тайник за решеткой. Как его открыть, вернее. Здравствуй. Здоров. Починить можешь?
Блять, за косарь. Да нахер он не нужен мне за косарь, слышишь? Удачи тебе! Да, спасибо. Здравствуй! Какая-то помощь вам нужна? Да, приходилось. Да я уже был в оазисе, на, вот, держи. Да-да, держи. 7000 рублей. Замечательно. 32 тысячи. Ну, плюс-минус хватит. Можно еще, конечно, за какую-то работу взяться. Да-да, я слушаю. Не думаю, что она того стоит. У вас тут лекарство есть. А таблетка тут такая против выброса где-то еще валялась. Или это у тебя она продается? Сколько такой детектор стоит? 3 куска. Ну, это обычный верес. Ну чё ты, сука, ходишь-то, мразь? Боже мой. Я поторговать с тобой хочу, а ты, падла, ходишь из стороны в сторону. Ладно, должно мне этого хватить, в принципе. 31 тысячу, оно стоит 37. Может взяться все-таки за работу. Сука. Что-то я полон сомнений. Контракт на поиск артефактов. Нет, простите. Нужна помощь. Снаряжение. Что вы тут делаете? Давно в зоне. Нет, что-то они мне работы не хотят давать. Можно взяться за работу вот этих пацанов. Колобок. Или у него колобок и ломать. Ну, блять. Не хочу как-то я. Да епона ж ты, мать. Слушай. Ну, а, привет. Чё за труп? Странно, мне показалось, как будто тут труп лежит. Такая маленькая-маленькая точка. Да понял я, понял. Ладно, тогда щеману еще золотую рыбку у него. Да я думаю, бабла должно хватить. Эх. Обидно, досадно, но если быть сволочью, то быть сволочью до конца. Сейчас продам еще гавайцу. Всякие приколы. Уже тут с тайника подоставал. Подходи. 37 кусков. Три тысячи. То есть это будет 30-35. Надо 37500 аж. Блять, пока не хватает. Буквально копеек не хватает. Да я вот просто все не хотел кидать этих пацанов. Но... Блин, да нельзя же все время. Так, спокойно, на поводу никто не идет. Просто сейчас единственный реальный вариант — это выполнить их условия. Соглашаться на условия нельзя, да.
зависит от человека, который будет этим заниматься. Так. Ну я явно что-то не то кляцнул. Давайте загрузимся. Там можно с ними добазариться, чтобы они отдали, типа, артефакт мне. Ну, блядь, отсюда аж. Ладно, включусь, когда дойду. Ладно, я все-таки не удержался и убил свободовцев, которые тут тусовали. У многих, кстати, возникают вопросы по поводу того, кого ты больше предпочитаешь, свободу или долг. Мне задавали эти вопросы еще когда я Мизери проходил. Вообще, я нейтрал, но предпочитаю свободу. Долг мне как-то вообще... Ну, в каждой игре, в принципе, по-своему. В первой части там долг нормально себя показывает. Ну, в тенях Чернобыля, в чистом небе я как-то более к свободе склоняюсь, или даже к нейтралам. А здесь я одиночка. Здесь я против всех. Потому что тут и долг мрази, и свобода как-то не очень. Да ё-моё. Привет. Здоров. Чини, братишка. Ну, потратил я. Пока. Похер. Здравствуйте, здравствуйте. Здорово. Нужна помощь? Приходилось. На, забирай. Я нашел оазис. Вот такая вот херня там была. Все. 31 тысяча. Это я зря с собой взял. Вряд ли я его смогу продать. Ну да ладно. Так, теперь выдвигаемся обратно. Ой, блядь, я же забыл, я перегружен совсем в края. Чё такое? Да иди ты спокойно. Я помню точно, что можно этих пацанов развести на артефакт. Ну и просто забыть о них, в принципе. Да, их товарищ погибнет, ну и что? Ну уже, давай, быстрее. Подходи, брат, у меня... Да, черт, я так и думал. Ладно, на. Держи. Водяры, колбасы, хлеба. Патронов ненужных. По три гранаты, наверное, себе оставлю. Ну так. На всякий пожарный. Вот эти вот патроны еще. Вроде все. Вот это зря я с собой взял. Покедова! Ну хули делать. Давайте выкинем его. Есть еще как вариант, можно сплавить документы по Припяти. У меня их, по-моему, нету. Блин, да нельзя же все время идти на поводу. Им сколько ни дай, все мало. Так, спокойно, на поводу никто не идет. Просто сейчас единственный реальный вариант – это выполнить их условия. Силовое решение. Ну, вот это вот я выбрал, не подошло. О, я попробую. Давай артефакт. Угу, все, все будет в норме. Угу. Угу.
Вы главное не унывайте, пацаны. Главное это что? Правильно, главное это не сдаваться. Так. Пойдем. Куда пойдем? К Зулусу пойдем. Собачки там напали, вообще лютые. А, да, точно, еще технику надо. Эти инструменты отдать. Забыл совсем. А эти таблетки, кстати, от чего? Ну, это антирады. Нет, это химзащита. Вот это от чего? Пси-защита. Можно было пойти туда по заданию ученых, но это ладно. Химзащита, химзащита. Вот антидот я, пожалуй, оставлю, а все остальное... Ну вы как дети прям. Нахер. На, вот так вот, держи. Баблишка-то у меня все счастливо. Равно практически не нет. Что скажешь, брат? Да ничего не скажу. Кроме того, что не брат мне вовсе. А! Да, здоров. Инструменты. Для грубой работы. Косарь, спасибо. Так, ну давайте, во-первых, магазин. Во-вторых, отдачу. Пока все. Тут качать ничего не буду. Тут броню. Да, химирадиозащиту. А, наверное, на фул все, что мне доступно, то и прокачаю. Темп огня можно увеличить. На стильность, надежность. Ну, в калашике отдачу. Надежность. Так, 35 кило, патроны и на то есть. В принципе, по медицине можно было бы докупиться. Но это уже такое. Так, к лавине прикрути. Все, в принципе... Бывай! В принципе, я одет. Можно идти... На Припять. Правда, энергетик бы купить еще. Да, аптечек. Парочку. Это уже опосля. Ох уж эти приготовления. Моя самая нелюбимая часть начнется после этого. Наверное, поэтому. С чем я... пожаловал? Слушай. Подсознательно растягиваю. Ну давай выпьем. Чё ты вот это вот сидишь, грустишь тут? Не грусти. Просто есть еще такой вариант, я могу ломануться вперед. И забыть о них вообще, в принципе.
Они, естественно, тогда все погибнут, но что поделать-то? Жизнь такая штука. Бля, накидались вы знатно, конечно, пацаны. Там долговцы с кем-то ебашат. Оля. Давай, допивай уже. Все. Вау. Значит, уговор. Идем вместе. Найдешь бойцов, присылай ко мне, буду делать из них команду. Когда все будет на мази, дашь знать. Забираем Азота и вперед на Юпитер. Ну а как иначе-то? Так, забираем Вано. В принципе, можно выдвигаться. Куплю аптечек на последние деньги и антирада. Патронов, по идее, должно хватить. Подходи, брат! Так, ну на калаш у меня есть. К сожалению, он не толкает патроны для лавины. Хуёво, что поделать. Ну ладно. В общем, выкладывай. Слышь, а ты не хочешь? Ну, дядька Яр с нами не пойдет, он же за свободу там. Ну, естественно. Ну, вы как дети прямо. Тебе тоже опять можно дырка. Сплавить твоего же говнеца. Так, на, вот, держи. Пси-защита. Хотя, знаешь, мне в Припяти, наверное, пси-защита пригодится. Главное не забыть о том, что она у меня есть. Давай еще одну аптечку для ровного числа. Деньжат, считайте, нет. Да хули делать? 5000 надо, блять. А я же их просрал. Что-то я забыл про тебя, Вано, совсем. Ой-ой-ой. Проблема. Это ж надо было так завтыкать. 5000 надо было всего лишь оставить. У меня как раз таки и было. Эх, сука. Что делать? Этих ученым идти. Все-таки какая-никакая работа, по идее, у них должна найтись. Или в аномалию залезу сейчас. В какую бы. Вот только в рощу. Давайте поспрашиваем у ученых. Что-то я провтыкал этот момент, но видите, давно сталкер не проходил. Должна же быть у вас какая-нибудь левая работенка. Здравствуй. Чего тебе? Ну, привет. Чё скучаешь-то? Колобок да ломать мясо. Слушаю тебя. Здоров. Так. А, подходите. Что у вас?
вымыть боковые. Помощь нужна, продолжайте. Так, ну это с контролёром. Здравствуйте. Всегда рад видеть нового человека в нашем бункере. Ну, давайте, выдвигаемся тогда. Да ёб же ж твою мать. Ага. Тут сохранимся. А, так это ты, значит, спец по норам? Ха! Ладно, ладно, не переживай. Ребята все толковые и надежные. С мутантами быстро разберутся. Необходимо спрятать оружие у входа в научно-исследовательский комплекс. Делаем в научно-исследовательском комплексе. Так. Ну, я должен был спросить. Ну тогда выдвигаемся. Сразу придется вас положить, пацаны. Извиняйте уж. Привет, брат. Чё такое, не перезарядился, что ли? Ай, блять, ПНВ же нету в костюме. Блять, да что ты взялся, гандон? Не было же вас. Вроде последний. Да то что последний-то последний, но сука, аптечки-то у меня нет. Ладно, придется хавать. Говнюки вы. Бросили меня на произвол. Иди, мы прикроем вход. Тут за мозги хватает. Переключаемся лучше на ВСС. Контролер! Прости, парень. И ты извиняй. Тихонечко. Я не вижу, откуда он хапает, надо посмотреть. Как же ты подкрался-то так? Мудак. Ладно. Фиг ли делать-то. То, что у вас медицины нет, вот это, пацаны, печально на самом деле. Ладно. И стволы все хуёвые. Ну, таблетка есть.
Ладно, сваливаем. Это колесо. Так, у нас тут пепелище недалеко. Да и копачи тоже. Ладно, надеюсь, 5 кусков они мне организуют за это все. Счастье. На копачи я уже не попрусь. Делать там нехер явно. Поднимусь, пожалуй, к станции, уже от станции побегу в сторону бункера. Тем более, что мне есть что продать вроде как. Да, не густо. Ну ладно. Какие-никакие тоже деньги. Патронов мало, надо бы к Сидору сгонять. Ну, к Сидору, слышите? Ой, боже мой. На Скадовск. Аллах! Слушай, что-то у твоей собаки ноги какие-то короткие. Посмотрел внимательно. Да нет, до земли вроде достаю. Так, водки, две пачки, одну пачку патронов. 2000 есть. Ты заглядывай, тут весело бывает. А, блин. Напорол я, конечно. Ну ладно. Сделано, уже все равно не воротишь. А бабла, надеюсь, они мне отстегнут все-таки. Наемничков бы этих пощелкать, конечно. Привет. Здравствуйте, здравствуйте. Да-да, я слушаю. 6000. Вообще класс. Дой, сука. Геркулеса. Пиздуй. Ай, да ну его нахер. Этими сканерами я заниматься явно не буду. Сколько у меня там баблашка? Баблашка-то. 8 кусков. 8 кусков это хорошо. Ремонтируй мои стволы. Сука. Ладно. Валим отсюда. Артефактами я уже смогу заняться в следующей серии, если мне они будут нужны. Ну вот этим колобком и ломтем мяса. Я сейчас еще вано скину. 5 кусков.
на экспедишн. И все. Этого, по идее, достаточно для того, чтобы отправиться. Пошли к Зелусу. С чем пожаловал? Слушаю тебя. Что ж, дорогие друзья, пожалуй, давайте-ка на этом и закончим сегодняшнюю серию. Всем спасибо за просмотр. Завтра уже двинем на Припять. И никак иначе. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео.